Здравствуйте, с вами швейный советник. Мы продолжаем нашу рубрику по карману. В данном видео мы покажем, как обработать закругленный карман-портфель. Смотрим. Закругленный карман-портфель, он может иметь разную форму и разные размеры. Это зависит от изделия, которое вы собираетесь шить. В данном случае 15 на 15. Затем налекали, начертили линию планки, отступив 3 см от края, поставив точки совмещения и планку, скопировали и вырезали отдельной деталью. Мы выкроили карман. Припуски 1 см, вверху 2 см. И две планки, также сантиметр внешний, внутренний и вверху 2 сантиметра. И планки, две детали. И не забывайте переносить метки совмещения. Цельнокраенную обтачку кармана продублировали, отметали и приутюжили на 2 сантиметра. И на планках обметали срез и на 2 сантиметра приутюжили. Начинаем отстрачивать. Нам необходимо заутюжить низ планки. Мы это будем делать по лекалу. Это отличный способ, чтобы ваши уголочки получились идеально круглые. Планки соединяем лицо с лицом, совмещаем рассечки и закалываем. Обтачиваем планки на сантиметр. Если в закруглениях вам трудно поворачивать, это можно сделать вручную. Стежок, чуть-чуть развернулись и потихоньку продвигаетесь. Тем более есть наметка, и закругления у вас будут ровные. Начинаем обметывать. В местах закругления, чтобы мы обметали, захватили ткань, этот участок необходимо выложить в ровную линию, либо отключить нож.
На карман накладываем планку, та часть, которая не заутюженная. Эту нижнюю вынимаем, чтобы мы ее не пришили, и закалываем. Совмещаем рассечки. Начинаем обтачивать, не забываем про закрепки. Обрезаем шов наполовину. Благодаря такому фигурному срезу в местах закругления не будет вылегания ткани. По лекалу намечаем место кармана. И остается приколоть. Настрачиваем карман от сгиба на 0,2. На этом месте ставим закрепки. Можно просто развернуться и обратно пройти. Закругленный карман-портфель готов. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте и помните, всегда можно сделать проще. С вами был швейный советник.